особенно жировой гепатоз. Как я сказала, его зовут? Желтая. Бессмертник, да? Бессмертник. Так. Так. Мне 300 лет, Никита. Давай бабульку подписывай, свою мамульку подписывай. Будут, как я, в 300 лет. Давай сюда, сюда, сюда. Вчерашний день все прошло замечательно. Я жива-здорова. Утром уже мы к стоматологу ездили. Таня хирург. Отказался хирургировать стоматологии десну. 3 раза всего лишь прополоскали, пропили. Что мы пропили? И уже, как вы сказали, пивную кружку я залила кипятком. Тоже хотите, как я? Я откуда? Еще позавчера я была в Румынии, высоко в горах. В удивительном городе на первом месте занимает по цветам. Недаром меня туда судьба привела. Первое место занимает по цветам. А сейчас я уже фить-фити здесь. Кукурузе на своем болоте. Так, это я вам сказала. Желтое растение. Как его зовут, вы помните. Положу. Танечке положу. Ами не ложу. Так, давайте, давайте. Я сегодня иду колечко покупать. Ну, серебряное колечко. И для чего? Талия на большом пальце. Будем мерить талию. Где мерить талию будем? На большом пальце. Так, немножко, немножко. Бессмертник. Немножко, немножко. Только печень восстанавливается на клеточном уровне. Больше ни один орган. Ни один орган. Вот. Поэтому кето-чай, кето-напитки, кето-кофе, кето-цикорий, кето-чай. Так, убираем. Убираем. Опа! Если у вас заводится моль в травах, положите в морозилку. Пусть полежит 3-5 дней. Усилит свои свойства. И потом достали, и все. Так, дальше. Боже, у меня такое ощущение, что я еще не начинала. Это что у меня? Это опять у меня одуванчики туда. Дальше клевер туда. Еще одуванчики туда. Дальше достаем. Что у нас здесь? Все подписано, все подписано. Я из сейчас из Украины. Ссылочка только на Приватбанк и на европейскую карточку румынскую. Вся Европа, весь мир, Украина может перечислять. Одна страна не перечисляет. Так, что у нас написано? О, у нас тут готовый сбор. Все для сосудов, от холестерина, для сердца, для головы или от головы. Как лучше сказать? Для головы или от головы? Выбирайте сами. Всего лишь, опять же, одуванчик, клевер и амми. Чистить сосуды, как Брайст Бойт. Ну, не надо, Ами, лучше тысячелистник. А то вы закодируете сами себя. Потом день рождения, юбилей, где-то какая-то компания, вы будете сидеть, как кукушка на березе. Если будете пить Ами, пейте вместе с мужем. Или сын, который выпивает. Вот, это все уже готовый сбор. Это уже готовый сбор от головы. Это, хотя здесь ива, здесь я не дописала. Здесь ива, одуванчик, клевер. Ива есть, ива есть, ива есть. Запомните, более 60 трав сгущивает кровь. Гипотоники, вам надо все другое. Вам надо много горького. Вам надо аир, вам надо девисил, вам надо женьшень, вам надо лютерокок, вам надо имбирь, вам надо... Мне негде вот встать вот так вот к стеночке. И присесть вот так вот сильно-сильно-сильно на коленки и сидеть так каждый день 5 минут. 5 минут для того, чтобы вы запустили венозный кровоток с ног, запустили сердечную мышцу, просто вот так к стеночке прислонились, по ней спустились, селись, вот так коленочки зажали. И это тогда, когда бывает резкое падение давления и у вас обморок. 200 человек, которые не поставили лайки. Вы свободны, как ветер в облаках. У вас пальчики болят? Что у вас там болит?